учителя, сотрудники и воспитанники Центра образования номер 1758. В эфире школьные новости. И мы, ведущие 2 А-класса, Балта Анна, Депресс Елизавета и Гусарова Мирослава. Сегодня мы показываем вторую передачу из серии экологического календаря. 11 декабря отмечается Международный день гор. Каждый Международный день гор посвящается одной из проблем, относящихся к устойчивому развитию гор. Горы занимают около 1/4 поверхности планеты, являются домом почти 10% населения. Это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли. В России более 2000 горных вершин. 54 вершины имеют высоту более 4000 метров. Самая высокая точка России – гора Эльбрус. Горы. Горная система между Черным, Азовским и Каспийским морями разделяется на две горные системы. Большой Кавказ и Малый Кавказ. Наиболее известные вершины – гора Эльбрус. 5642 метра. И гора Казбек. 5033 метра, покрытые вечными снегами и ледниками. Большой Кавказ – регион с большим современным оледенением. В Кавказе встречаются дикие кабаны, серны, горные козлы, а также беркуты. Кроме того, все еще встречаются дикие медведи. Крайне редко встречается кавказский леопард. На Кавказе очень много видов беспозвоночных животных. К примеру, примерно 1000 видов пауков. В том числе 1600 местных видов, 17 видов горных растений, которые зародились на Кавказе. Гигантский борщевик, который считается в Европе неофитом, захватнических видов, происходит из этого региона. Он импортировался в 1890 году как декоративное растение в Европу. Горный регион с точки зрения охраны природы – один из 20 наиболее уязвимых регионов на Земле. Кавказ занимает одно из первых мест среди любыми горнолыжных и альпинистских зон. Наша передача заканчивается. До свидания. До новых встреч.